Дефицит растительности и загазованность воздуха все актуальнее для Улан-Удэ. Несмотря на то, что в последние годы в нашей столице идет активная работа по озеленению города, специалисты находят в ней недочеты. Отсутствие грамотного научного подхода в плане формирования ассортимента декоративной растительности, которая применяется, скажем так, отсутствие должного внимания к многолетней растительности, которую бы необходимо, спектр которых нужно расширять, это деревья, кустарники, многолетние травянистые растения. Так скажем, мягко говоря, не очень грамотный подход в области обрезки деревьев и кустарников. Обрезка деревьев делается, по словам ученого, непрофессионально. Растения обрезаются так, что через несколько лет они просто могут высохнуть и погибнуть. Чиновники о проблеме знают и готовы идти навстречу экологам. Если в Улан-Удэ как-то меняется вот эта ситуация с зелеными насаждениями, в таких городах, как Кяхта, Гусиноозерск, допустим, Закаменск, да, Бабушкин, там изменения очень минимальные. Сегодня зеленое насаждение – это фактически не только красота, да, это еще легкие любого города. А мы знаем, что есть проблемы у нас с автомобильными пробками и так далее. Так вот, мы за то, чтобы этих насаждений было как можно больше. У ученых есть конкретные предложения по озеленению. Сотрудники кафедры разработали целую систему перспективного планирования насаждений в городе, методику формовочной обрезки и план ежегодного ухода за ними. Все эти предложения включат в работу Комитета Народного Хурала по экономической политике и охране окружающей среды. Руслан Батуев, Даржи Чайдопов. Новости дня.